И почему ты еще не на стримах Hell Yeah Play? Вот. Mortal Kombat 1. Нифига себе. То есть они решили сделать... переполную перезагрузку серии. Ну, потому что, да, там, это 10, это не по... еще что-то, полную перезагрузку. Интересно, сюжетно это тоже будет перезагрузка или нет? It is time. Time to wake up. Ух ты. To a new reality. Они решили визуал перед... To a blank canvas that I have painted in with warmth and peace. In my new era, the choice is yours. Whether to live in quiet serenity or bloody strife. To dwell in joyous prosperity or bitter rivalry. And face each other as sworn enemies or united as brothers. Awful. But a storm is brewing, and soon you will discover that even in this new era, one constant remains. There is always something worth fighting for. Wow. You have chosen to defy peace. Then you have chosen war with a god. Wow. Прикольно, прикольно, блин, геймплейный бы трейлер глянуть. Вау. Мы уже посмотрели Deep Top. Вау. Блин, а геймплейный трейлер еще, наверное, нет, да? Да, еще нет. Слушайте, ну я любитель посмотреть Мортач иногда, вот на турнирах. Будет очень круто. Кровавость они оставили, но судя по трейлеру, они явно это заявили. Они, слушайте, ну блин, классно. И то, что они сделали перезагрузку, вот там, ну прикольно. То есть как бы даже это не совсем перезагрузка, это такая странная вещь, какая-то... Короче, блин, надо посмотреть, будет. Пока еще ничего не понятно особо. Переписали реальность после 11 части. Справедливости ради, там был полный каламбур уже и какая-то каша-малаша, которую даже разбираться не хочется.